Зашел в домик, Юнька отдыхает, лежит на нашей кровати, собранная своими руками дубовая спиночка. Юня полюбляет это место. Юнька, а тебе интересуется? Да, Юнона подобрана была хорошими людьми на даче. Ее выбросили вместе с братьями и сестрами, потому что, видимо, грыжа была у нее. Грыжа здесь у маленького котенка была. А мы хотели кошку, наша умерла, старая, старенькая Жуля. Юню взяли мы, сделали операцию, стерилизовали. Вот 7-й год она у нас, может и 8-й. Такая охотница, красавица, умница. Птичек наших охраняет, гусей и уток. Да, Юнька? Все, она поела, она охотилась за ночь. Из окна вид хороший на дачу. Лежит, балдеет. Юня, скажи всем добра. Пока-пока. Пока-пока, зеленоглазка.